Привет всем! Сейчас специально для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Я расскажу вам о производителе стиральных машин Media, где производят и собирают машинки. История данной марки начинается с 1968 года, где на территории Китая была создана совсем маленькая и скромная мастерская, где в этом же году был собран и выпущен первый вентилятор. И с этого времени компания начинает потихоньку-потихоньку разрастаться. И вот на сегодняшний день это просто огромный концерн по производству как мелкой, так и крупной бытовой техники на заводах, которой трудится уже более 135 тысяч человек. Техника производится самая разная, от мелкой до крупной бытовой техники. Ассортимент просто поражает, и это неудивительно, так как Media является очень крупным авторитетом на китайском рынке. Она производит бытовую технику как для китайцев, так и для экспорта. Причем экспортируется данная бытовая техника более чем в двухстах государствах, в том числе, конечно же, и в России. Страна-производитель стиральных машин является Китай, но страна сборки не только Китай, так как собирается данная бытовая техника, в том числе машинки, в разных странах, например, в таких как Индия, Вьетнам, Египет и Беларусь. Но независимо от того, на территории какой страны, в каком заводе собиралась машинка, так как у данной компании есть своя инновационная экспертиза, которую они проводят абсолютно над всей техникой, что позволяет выпускать и производить только качественную и надежную бытовую технику. И, конечно же, российскому покупателю пришлась по душе данная бытовая техника, в том числе и стиральная машины, потому что они имеют очень большой ассортимент, но по низкой цене. А низкая цена обуславливается тем, что в данных стиральных машинах нет каких-то дорогих и бесполезных функций. Только все по делу, очень удобный и нужный функционал, конечно же, надежность и оригинальный внешний вид. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если это видео вам оказалось полезным и интересным, то обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и всем пока!